Рэп Батл Кап. Это новая ветка рэп-баттлов, которая будет проходить параллельно стандартному восьмому сезону рэп-баттла. Рэп Батл Кап – турнир на выбывание. Олимпийская система, при которой участник выбывает из турнира сразу же после первого проигрыша. 16 участников, 2 финалистов, 1 победитель. Открываем отбор пар на первый этап. Пиши в комментариях свою пару. Если твои участники наберут высокий уровень поддержки, они становятся участниками Rap Battle Cup первый сезон. Участники, игры или персонажи, все зависит только от тебя.